просмотра и хорошего настроения. Продолжаем знакомиться с игрой. Вот сейчас у нас пятый ход. Мы играем за Сандрин из дома Иниох. Вот у нас закончилось строительство в городе. Посмотрим, что мы там строили. Пока уберем все и посмотрим, что мы можем строить. Пицца, Барт, лаборатория, стрельбище. Это у нас военный зал, дает доступную подготовку в городе пикинеров и кавалерии. 4. Арена дает пехотинцам, подготовленным к этому городу, дополнительный ранг. Я даже не знаю. Попробуем отталкиваться от тех, что строятся быстро. А потом перейдем. Да, вот так вот сделаем. Очень негодяйство для районной мины, заботиться о вашей империи, расширяет ее. Что они строят? Много боевых единиц. Ускоритель производства, стрельбище. Время производства будет завершено через ход. Дополнительные затраты. Минус 100 счастья. А у нас сколько сейчас счастья? 220. Тронный город плюс 50. Угу. И плюс еще 50 золота тратится. Ну, я не уверен, что это нужно сделать прям сразу. Мы закончим ход и продолжим. Так, выбираем. Это у нас дает армии новый уровень или повышение. Я думаю, стоит наведаться. Вот, наведались. У всех по одному здесь два. Стало побольше. Выстрел из лука было 10, да, сейчас стало 11. Хорошо. Но больше армии у нас нету. Попробуем аккуратненько через мосток перейти. Золотая шахта. Закончились очки. Герой получил новый уровень. Ой, как много характеристик и улучшений для героя. Ночное зрение у нас есть? Нет. Раз убирать одно и то же. Может бегать во время сражения. Выбрать улучшение. Еще два осталось. Здоровье еще мы поднимем. У нас герой может стрелять? Не, стрелять не может. Рукопашный. Там единичку рукопашный. Здесь у нас больше пока ничего нету. Хорошо. Так, героя. Это то, что нам еще предстоит изучать. Хорошо, ладно. Закончим. Итак, седьмой ход. Застава следующая будет арена. Застава арена. Да, вот появилась.
здесь у нас теперь лучники будут производиться. Нет, мы не будем лучников производить. Военный зал, осадные машины, чистокол, наверное, поставим, будем город защищать. Мы же карту пока не знаем, кто у нас соседствует с нами. Завершено изучение, подготовка прохвостов. Выбрать новое изучение. Прохвосты. Это у нас улучшение для всей империи. Позволяет готовить прохвостов в городах с дворцами плута. Выстрел из легкого арбалета 12. У нас лучники сейчас медалька 11. Диверсия, удар в рукопашный. Бег. Это бонус к моим источникам воздуха. Вроде мы пока осваиваемся. Это хорошо. Очень приятная музыка такая хорошая. Пока один сплошной позитив. Так, может быть, боевые нам нужно какие-нибудь изучить. Здесь 6, 6, 3, 3, 4. Это что у нас дает? Постоянный бонус к отношениям с независимыми городами, что делает их более дружелюбными. Улучшение для империи. Могут грузиться на фрегаты и таким образом перемещаться по воде. Я думаю, стоит изучить. Водное пространство, в принципе, есть. Их немного, но они есть. Я думаю, лишним не будет. Так, что мы можем сказать еще про город? Так, владение. Эффект Весел. Необходимо 3000, у нас будет 2, приблизительно 300. Ладно, оставим это, ускорим, когда у нас будет вот серьезно, вот на 4 хода которые. Так, золотая шахта, проверим, что она принадлежит нам. Это хорошо. Ух ты, что я тут обнаружил. Тоже золотая шахта. Давай посмотрим, что здесь. И золото еще возьмем. Вот он. Это что у нас? Интересно, интересно. Дозорная башня. Позволяет видеть окрестности. Это хорошо. Окрестности нам надо будет увидеть. Я думаю, пока завершаем. Может быть, кстати, можно запустить. Это у нас на что? Ограбление трупов. Стратегическое заклинание чары для всего мира. За каждую убитую единицу вы получаете немного золота. Стоимость. Просто немного золота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я не хотел. Коррективное заклинание. Это у нас все пехотинцы, кавалеристы, ополчение получают плюс 2 к силе. Это что ж такое-то? Я не хочу нажимать, не получается нажать. Так, стратегическое заклинание. Призываю черных воронов. Черные вороны, боевая единица, животное. Удар в опасной 6. Я думаю, вот это вот лучше будет поинтереснее. Захватили постройку, особенная башня теперь принадлежит нам. Постройка не была защищена. Отлично. Независимости народа, война. Независимая. Улучшение. Дворец Плута построен в городе. Это позволяет готовить в городе особые классы, боевые единицы, в зависимости от улучшения империи. Высший эльф бард, высший эльф прохвост, высший эльф убийца. Хорошо. Городов нету, переходим к армии. Больше будем.
честно найти не можем. Давай вот этот возьмем. И вот это золото. Закончил вот. Ух ты, на нас напали. Это варги. Варги атакуют у нас 8. До 3 раз рожденная. Ходьба ошеломления наносит дополнительный урон плюс 3 пикинерам и моим единицам со щитом. Ночное зрение единица обладает бонусом к радиусу обзора под землей. Опа! Под землей. Я не обратил внимания. Есть сказка про девочку в красном плаще, описание непосредственно боевой единицы, которая повстречала Варга. Варг уговорил ее набрать цветов и сам тем временем побежал вперед, чтобы съесть ее бабушку. Детям сразу скажу, даже если родители не хотели вас убить, послав в одиночку через лес с варгами, то уж варг точно не будет отвлекаться на разговоры, а сразу съест, да. Варги умнее обычных волков, но они еще и более жестокие. Более того, варги не охотятся в одиночку. Мораль истории такова. Если родители решили от вас избавиться, не слушайтесь и не ходите в лес с варгами. Рассказчица Невена Цвет, сказание, высмеивающее зло. С юморком. Так понял. Юмор присутствует. Приятно. Неожиданно. Забавно. Ну что, с улыбкой и на веселе окунемся в наше сражение очередное. Самостоятельный бой. Посмотрим. Может быть, в этот раз мы немного будем себя по-другому вести. Так. 36. Все ходы одинаковые. Так, вспоминаем. WSDA. Перемещаемся. Это крутим. Отдаляемся, приближаемся. А если так, то вертикально. Ну, так, наверное, будет интереснее. Хотя можно и оглядеться. Сейчас день. Работать от обороны. Это кто у нас? Это у нас лучники. Отступить нас там здесь куда? Нет, да? Тогда поступим так. Сместимся сюда. Вами сместимся сюда. Защита и герой. Так, пытается посеять панику среди отряда врагов. В случае неудачи цель приходит в смятение. Паникующие войска не слушаются приказа, пытаются убежать от врага или покинуть поле боя в течение 2 ходов. 15-15. 10. Вот это можем дважды запустить. А вот это запустим дважды. Там получается 12 наносим урона и 8. Хорошо. Давай посмотрим. Здоровье 40. Ну, попытаемся нанести. Значит, еще раз глянем. Значит, что у нас здесь? 40. 10. Защита и 40 здоровья. Наносим урон. Прям центрально. 12-9 нанес, да? 12-9 оригинально. А, и бронированные войска единицы получают дополнительно 2 урона. Понятно, против бронированных целей получше. Так. Что? Защита, защита.
поставили защиту. Нажмите выше N. Закончим. Пусть они ходят от обороны. Так, подошли ближе. Что мы делаем? Первое. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж я сделал? Я взял его, допустим, хотел нажать на магию, получилось наоборот. Ну что значит стратегия? Нельзя торопиться. Итак, стрелять в рукопашную. Ладно. Так. А вот теперь... Всё. Ух ты, мы их убили. Ну, кстати, удивительно, несмотря на нашу ошибку, связанную с... нажатием не той кнопки, мы победили. Нам везет. Ну или уровень сложности просто очень легкий у нас. Хотя мы, по-моему, среднюю выбирали. Так. К нам обращаются охотники, которые были в лесу. Спасибо, что убили врагов. Мы за ними много дней охотились. Подождите, вы ведь принцесса Сандра? Мы бы с радостью присоединились к вашему высочеству. Можете повелевать нами. Как замечательно, мы осмотрели местные окрестности. Это теперь у нас появились еще войска. Это высший эльф, охотник на чудовищ. Удар в рукопашной 12, выстрел из легкого арбалета 12, убийца чудовищ плюс 3 против чудовищ, убийца животных, убийца драконов, убийца великанов. Ну, я так понял, для того, чтобы полноценно играть в игру, надо очень внимательно смотреть за всеми характеристиками. Плюс в случае увеличения, что героев, что отрядов, будут меняться характеристики. Так, болото графства Ниплинг были наполнены всякой нечистью. Каждую зиму, когда еды становилось мало, обитатели болот приходили в деревню, чтобы полакомиться ее жителями. Народ пожаловался военачальнику, который решил не просто помочь им, а натренировать для боя всех жителей деревни. Ниплинг он превратил в охотников за чудовищами. Когда следующей зимой из стопи снова выползли голодные твари, жители деревни использовали против них мечи и арбалеты. Через 10 лет в болоте не осталось никакого... Медленно я читаю. Через 10 лет в болоте не осталось никого крупнее головастиков. Забавно. Так, ну если мы их взяли, туда пройти можем? Туда можем пройти. Давай пройдем, посмотрим. И все дальше туда проход закрыт. Значит, потихоньку выбираемся. А вот здесь вот прям напрашивается место для города. Так, берем нашего героя. А кстати, мы теперь, наверное, можем вверху переключаться между героями. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Тогда мы нашим героям бежим. Забираем золото 97. Здесь у нас есть что-нибудь? Нету ничего. На всякий случай пройдемся. А вот это что у нас такое? Это у нас серенькое. Все у нас закончилось. И мы еще арену построили. Отлично. Посмотрим. 3-4. 320, ну уже хорошо. Давай ускоримся. Это мы уже построили. Это то, что можно сделать с городом, разграбить, уничтожить. Наверняка при захвате что-нибудь другое, типа ассимилировать. Так, это мы уже второго уровня можем строить. Теневой ходок. Осадные мастерские, трибуше.
при осаде и военный, но я думаю, наездник единорога. О, правой кнопкой мыши мы можем щелкнуть по любой боевой единице из списка строительства и посмотреть ее характеристики. Это хорошо. Так, а в момент... здесь мы можем посмотреть? Да. Тоже правой кнопкой мыши, и он нам открывает книгу чудес. Дворец с плутой и сокрытый алтарь. Сокрытый алтарь подготовлен в этом городе, получает дополнительный ранг. Ну, я так понял, ветка строительства одного здания улучшения в городе будет выводить боевую единицу на более высокий уровень. Нам бы засечь и посмотреть, насколько сильно параметры одного отличаются от параметров более высокого, который получил ранг боевая единица. Так, задание. Города у нас один город. Это у нас что? Ресурсы. Армии. Герои. Активные заклинания. А, ну мы еще никакого активного заклинания не делали. А почему? А если вот так? Что-что-что? Тут лес еще есть. Ну, давай попробуем. Так, а где же у нас один герой? А второй куда он делся? Вот он. Давай, иди сюда тогда. И ты тогда тоже иди сюда. И заканчиваем. Так, у нас закончилось строительство лаборатории. Изменить, что это у нас будет. Город будет приносить плюс 10, сейчас 22, будет, наверное, 32, что логично. И у нас 217, давай ускоримся тоже. Ближайшее, что мы можем построить, все по 4, это 5. Город производит дополнительно 10 знаний. Это же знания у нас, да, очки знаний. Ну, давай тогда вот так сделаем. Угу. Отлично. Что? Давай идем сюда. Базовые затраты перемещения 6, 6, здесь 4. Мосту сколько? Тоже 4. 4. Через лес у нас получается на 2 единицы больше. 3. По лугам у нас бегает быстрее, а по воде? По воде может бегать? Как интересно. Ну-ка давай посмотрим. Бег. Единица может бегать во время сражения. Немного не то. Ходьба. Ходьба по лесам. Затраты на перемещение сквозь заросли снижены на 2. Тогда понятно, почему эльфы так бегают. Так, это верховая боевая единица, что дает ей возможность атаковать на ходу. Но также делает ее уязвимой для умений, действующих против всадников. Да, надо... Чтобы стать профессионалом, надо многое изучать. Продолжим. Побежали, побежали вниз. Все? Так быстро? Завершено изучение. Мой хвост. Выбрать новое. Лодки погруженные. И погруженные на корабли поединиц получают плюс один крайнюю обзора. Вместо фрегата поединиц грузится на голевую. Предательский удар. Разучить предательский удар. Ополченные пехотинцы проходят особую подготовку. Убийц, получая способный удар в спину, наносит при этом плюс 6. Это хорошее умение. А вот этого изучить лечение. Боевое заклинание.
количество очков заклинаний, что позволяет вам произносить больше заклинаний на ход. Вот это нужно. Вот это, я думаю, нужно. Тем более первым ходом быстро изучится. Ну и чего, я никак... Никак... Здесь мы построили опять, по-моему, да? Или на следующий круг. Ладно, закончили. А город-то, по-моему, меняется. Это приятные домики. Храм. Изменить. Большой храм. 5 осадные мастерские. Давай осадные мастерские. По юнитам. Вот у нас шельф, по-моему, появился. И сестры бури появились. Правая кнопка мыши, сестры бури. Ой, девчонки. Лицо ей было сокрыто капюшоном, в руке длинный украшенный посох. Она повела, чтобы мы склонились перед ней. Я послушался медленно, потому что слышал про сестер бури. Но гномы, исполненные упорством и гонора, отказались. Меня отпустили. Я видел, как на небе сгущаются тучи, образуя ужасный смерч. Гномы пытались спрятаться, но как можно спрятаться от неба? Не стоит объяснять, что продолжать путешествие мне пришлось в одиночестве. Хэнстранник, хроники Дампира. Страшные девчонки. Ну, в смысле опасные. Шоковые стрелы. Рукопашные одинаково, что на дальнем расстоянии. Оглушающее прикосновение. Пытается оглушить указанную боевую единицу противника, после чего та не может ничего делать, двигаться, атаковать. А вся игра, я так понял, построена на том, чтобы собрать как можно более мощную армию. Все модификаторы, которые даются боевым единицам, строят на том, что у нас есть улучшение. Хорошо, что так далеко-то бежать. О, это что такое, владелец независимого народа? Давай. Где ты? Да где же вторая армия-то? Ты прям скрываешься от меня, я тебя прям вообще не вижу. Давай, беги. Как-то прикольно по воде ходят. Забавненько. Сделаем не сейчас заклинание, я думаю. В городе будем строить что-нибудь? Наш тронный зал. Эльф. Заканчиваем. Плащ и кинжал мы изучили. Увеличивает запас маны. Выбрать новое. Ну, давай прям дальше продолжим это направление изучать. Произнести заклинание. У нас теперь к силе добавилось. Текущая прочность заклинания, снова усиление. Усилить прочность заклинания, чтобы врагу было сложнее его снять. Да здесь-то нашего этого нету. Поэтому я... Так, мы сможем встать? Можем. Значит, тогда пробегаем сюда. Ты идешь сюда. Тут много у нас боевых единиц. И кто вы тут? Люди. Гном-ученик. Гном-ученик. Подразделение из 6 человек. И еще. Да, приятно нарисовано, ничего не скажешь. Так, что для нас важно? Что они в рукопашной 12 наносят. Эти бросок камня, значит, бросаются 11. Будем знать. Хорошо, ладно, такой. И вот как мы подошли к точке, где происходит сражение. Вот мы здесь находимся. И вот все гексы, которые находятся рядом, принимают в этом бою участие. Хорошо.
Они засели в крепости. О, очень интересно. Так, мы ходим, да? Как мы походим? Эльф-лучники. Нам надо как-то побыстрее продвинуться вперед. Равноудаленно встанем. Почти равноудаленно. Встали. А где у нас еще армия? Тебя. Отлично. Забраться можем? Деревянная стена. Что я не так? Финица может пересекать водные препятствия, поэтому он и бегал по воде. Получает плюс 2 к силе. А вот по поводу стен-то я ничего и не вижу. Так, вот это ворота, да? Ну, тогда придется бежать сюда. Или нет? Можем? Так, берем лучников. Что наши лучники могут предпринять? Атаковать могут? Они могут. А мы... Выстрел... Средний, может, спринадрюхен. Выстрел по дуге. И мы не можем, да, использовать его? Не можем. Если так, вот можем. И нам на один раз хватило только. Хорошо. А вот эти вот наши. Тоже не могут. Тоже не могут. Что делать? Придется идти. Еще одну магию воспользоваться не получится, да? Ладно, не страшно. На один выстрел-то нам хватит, сюда не дотянемся. Но сюда, я думаю, дотянемся. Оп. Есть. Ну и чего, не, никак. Интересно. Мне пока нравится. Вот я не подумал, что они могут выбежать. И сколько у нас удар получается? 14. Закрыть. Давай жахнем. Отлично.
Что там у нас? Там у нас трупы остались. Значит, стреляем. Есть. Убили. Дальше мы пройти можем? Не можем. Да, бежим сюда и пробуем стрелять у них. Не получится. А вот эти лучники... По дуге. Физика какая-никакая присутствует. Убили. Отлично. Что нам надо? Нам теперь надо их выменить. Встанем сюда и... А если арбалет? Есть контакт. Есть арбалет. Равно удаленно от ворот. Убираем арбалет. Стреляем. Один щит. Получается все. Добежали, да? Отлично. Ну, давай мы тебе со стороны спины ты и зайдем. Опа, в спину, на. Теперь ты к нам спиной. Давай в этом направлении вот так тебе. Опа, и убили. Отлично. Так незатейливо. Превосходя его численностью. Два раза его убили. И забрали. О, у нас граница появилась. И что у нас теперь получается? Город... Нет, город один, это просто, наверное, наша территория, да? Мы два задания выполнили, нам найти путь вовнутрь нужно. Гамблагу. Постройки за пределами владений. Постройки за пределами владений. Это источник маны, находящий в ничьи владений. Это что-то знакомое было. Да-да-да-да-да. А мы уже расширились. Мы можем атаковать. А здесь у нас тоже все вкусненькое есть. 2-2. Мы можем двигаться? Нет. А... Ладно, оставим как есть. Уже не можем. Много золота. 2 будет. И 1. Пусть вороны будут. Ход. И призовите. Давай так призовем. Вот, воронов призвал. Давай. Так. 3. Запретное святилище. Исследованная постройка. Легендарное сокровище. Исследуйте это запретное место, чтобы найти... Ну, так, а мы можем... Вот, давай вот так вот подойдем. Ну и как мне... А, дважды щелкнуть. Хорошо. Так, исследуйте это запретное место, чтобы найти новые войска, навыки, предметы. После исследования, если они находятся в вашем владении, повышается прибыль на плюс 30. Поступление маны. Согласен. А, давай пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то они как-то все страшно выглядят. Бросок сети, поймать указанную единицу противника сети, после чего та не может ничего делать, двигаться, атаковать, реагировать. Это опасно. Могут поймать. Это кто у нас получается? Высший эльф-убийца. Нет, не он. Гоблин-убийца. Он? Тоже не он. Человек-прохвост. Да, человек-прохвост. Опасный. А гоблин-убийца дает маскировка в лесу. Страшное зверье. Орк-прохвост. Мне кажется, я слабенький.
кажется, я с... Можно? Давай отменим атаку. Отменим атаку и подумаем еще раз. Что у нас там со здоровьем-то? Здоровье-то у нас не пышет. Особенно вот у них. А остальные лучники, что до них добежали, да пук. И в упор убили. Десять, одиннадцать. Мне сказал, что у нас прям дамаг-то хороший. И герой 14 только. А здесь поменьше народу будет. Ну, давай тогда мы тебя здесь атакуем. Здесь много урона еще. Давай автоматический бой. Всех убили. Закрыли и получили денежку. И денежку. И она теперь нам тоже приносит, наверное, да? Защитное сооружение, помогающее оборонять владение. Это что такое? Улучшить до нового каменный форт. Уничтожить, улучшить. У нас еще есть какие-нибудь владения? Нет. А вот здесь мы это можем улучшить? Только уничтожить дозорную башню. Понятно. Здесь кто у нас? Что они приносят? Тоже золото. Ну, давай вас атакуем. Не пощадить его. Они пытаются бежать с поля боя. Как вы хотите поступить? Пусть убегают. Что значит минус или плюс? Нет, мы не будем щадить. Произведем тоже автоматический бой. Тоже всех убили. У нас еще... Какой у нас уже получается? 12. Получше стал. Еще на один уровень поднялся. Хорошо. Вот, теперь помощнее мы стали. И 57 золота. Вот сюда пока рано суваться. Мне кажется, рано. Пупуки. 65 здоровья. У нас сколько здоровья? 13.47. Да не так уж много здоровья. Удар рукопашный 7. Пытается боевую единицу против чего-то не может. Они еще сетку бросает. Да, опасный противник. Прямо скажу, противник, да, опасный. Легендарный. Что нам? Даже не знаю. Так, ну в любом случае, я думаю, нам надо бежать домой. Да, нам надо идти домой, подлечиться. Что мы можем еще? Это не будем пока. На империи мы можем что-то сейчас? Нет? Нет, не можем. Ладно, хорошо. Так, по логам что у нас завершено? Завершено. Очень удобно, кстати, логи. А, мы еще и новый уровень получили. Это превосходно. Так, новый уровень. Пробитие брони. Первый пункт в обороне. Эта единица бьет первый, если только у атакующего. Тоже нет такого. Давай возьмем, чтобы мы всегда били первыми. И у нас два осталось, да? На здоровье плюс 5. И сопротивление. Плюс здоровье.
Давай здоровье возьмем. С этим закончили? Закончим. Ух ты, я у нас же строительство было, мы про него забыли. Так, что тут у нас возможно по быстрому бане? И, наверное, высший эльф. Это что у нас? Диверсия наносит 15 указанной стене. Ну вот, со стенкой это было бы неплохо. Во, преодолевает стены. Кто у нас еще преодолевает стены? Лучники не могут, только стреляют, они только могут. Мечники могут. А те у нас были не мечники. Ну давай возьмем их. Можем? А, нет, не можем. И у нас счастье города уменьшилось. Переименовать можем. Пусть так будет называться. Подтвердить перемещение армии. Нам надо вот эту штучку захватить обязательно. И все побежали. Улучшается, скоро улучшится. Подтвердить. Да все, мы уже все, семьи уже уходили, давай. Подтвердить. Произнести заклинание. Да ничего больше не можем, все, мы заканчиваем. Почему он не хочет? Что не так? Ага, он просто выйти не может, я понял. Просто не может выйти. Тогда ладно, не страшно. Да что ж такое, я хочу. Вот, и у нас увеличилась территория. У нас теперь это каменное защитное сооружение. Да приятно. И, по-моему, я видел, все-таки в городе можно было что-то строить. Да, мне кажется. Поселение, совершенно верно. В Селаданке было слишком много народа. Жена вечно ныла, что нужно переселиться в место поприятнее. А я не представлял, как вообще можно жить не в городе. И тут лорд Велактис объявил, что нужны добровольцы в караван поселенцев. Из-за жиненного нытья я уже был все готов. По пути мы проложили тропу, которая должна стать торговым путем к селам. Так пришлось поторапливаться, потому что никто из поселенцев не знал, как защититься от врагов посерьезнее волка. А потом мы нашли чистое плато, на котором и основали город Велаксим. Вот с тех пор тут и живем. Понятно? Что нам для этого нужно? 16. Содержание, строительство, 2000 населения надо, а у нас 5000, и мы увеличили. Следующее, 6000, у нас 5000, и прирост по 450, надо подождать, чтобы еще увеличилось. Быстрянка. Полностью установили очки перемещения при посещении. Если находиться в вашем владении, повышается прибыль на 5. Восстановление 1 из 3. Так, а ты можешь? Бежишь. Прям бежишь. Поверхность. Подземелье. О, тут еще подземелье есть. Еще не открыто.
Интересно. Подземный мир тоже будет нас ожидать своими сюрпризами. Это плавать может, а это летать. Замечательно. Это изучается. Больше ничего. Даже находясь это посещали? Наверное, да. Завершено изучение плаща кинжал. На 40 уже хорошо. Выбрать новое. Да пусть постоянный бонус будет. Со здоровьем как у нас, а как восстановление идет? Не знаю я пока. 2 из 3, да, тоже повышается, хорошо. Добежали сюда. Ты мертвый. Что мы можем произнести из заклинаний? Быстрый рывок и клинки. Ой, да тебе как это? Сказать и все равно вышло-то. Двигаться не можешь. Двигаться не можешь. А ты когда сюда дойдешь, да? Вот так. Сейчас атакуешь эту боевую единицу, да, и ударишь. Но мы остались живы, что приятно. Да. Значит, переключаясь между боевыми единицами своими и чужими, можно посмотреть не только характеристики, но и знать, на какое расстояние перемещаются, на какую дистанцию стреляют и тому подобное. В общем, бой мы выиграли, несмотря на уставшие войска. И теперь у нас пошла мана плюс 30. Хорошо. Теперь она наша. Тут граница проходит, это что такое? Сместиться. Постройка за пределами.
мы их, да, убрать подсказку, все, мы их победили. И теперь строение. Строение можно улучшать или нет? Вот мы их выбираем. Просто смотрим, сколько они дохода приносят. Плюс 10, плюс 10 золота мы приносим. Ух ты, тут вот эти пучки-то, там вот и золото есть, а это производственные материалы. Добавляет бесплатно улучшение ближайший ваш город. Ближайший наш город. А замок уже построился. Нельзя улучшить, уничтожить. Да, все, он уже улучшился. Хорошо. Итак, я думаю, для второй маленькой серии знакомства с игрой, я думаю, пока будет достаточно. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Продолжим разбираться с игрой в следующей серии. Всем хорошего настроения. Так, герои. Это то, что нам еще предстоит изучать хорошо. Ладно. Закончим. Итак, седьмой ход. Застава следующая будет арена. Застава арена. Лучники, да, вот появилась у нас теперь. Лучники не будут производиться. Нет, мы не будем лучников производить. Военный зал, осадные машины, чистокол. Чистокол, наверное, поставим, будем город защищать. Мы же карту пока не знаем, кто у нас соседствует с нами. Завершено изучение, подготовка прохвостов. Выбрать новое изучение. Прохвосты. Это у нас улучшение для всей империи. Позволяет готовить прохвостов в городах. Итак, всем приятного просмотра и хорошего настроения. Продолжаем знакомиться с игрой. Вот, сейчас у нас пятый ход. Мы играем за Сандрин из дома Иниох. Вот у нас закончилось строительство в городе. Посмотрим, что мы там строили. Пока уберем все и посмотрим, что мы можем строить. Убийца, бард, лаборатория, стрельбище. Шахта. Закончились очки. Герой получил новый уровень. Ой, как много характеристик-то и улучшений для героя. Ночное зрение у нас есть? Нету. Выбрать улучшение. Несколько раз убирать одно и то же. Может бегать во время сражения. Выбрать улучшение. Еще два осталось. Здоровье еще мы поднимем. У нас герой может стрелять? Не, стрелять не может. Рукопашный. Два единичку рукопашный. Здесь у нас больше пока ничего нету. Хорошо, исход, дополнительные затраты. Минус 100 счастья. А у нас сколько сейчас счастья? 220. Тронный город плюс 50. Угу. И плюс еще 50 золота тратится. Ну, я не уверен, что это нужно сделать прям сразу. Закончим ход и продолжим. Так, выбираем.
нас дает армия новый уровень или повышение. Я думаю, стоит наведаться. Вот, наведались. У всех по одному здесь два. Стало побольше. Выстрел из лука было 10, да, сейчас стало 11. Хорошо. Но больше армии у нас нету. Попробуем аккуратненько через мосток вбить ран. Я даже не знаю. Попробуем отталкиваться от тех, что строятся быстро. Очень негодяй содержание, но именно не заботится о вашей империи, расширяет ее. Что они строят? Много боевых единиц. Ускоритель производства, стрельбище. Время мне присоединяться, мы совершенно через...